нашей маленькой планете не осталось неизведанных мест. Практически не осталось. В детстве я всегда мечтал побывать в странах, рассказав о которых услышал бы в ответ: «Такого не может быть». Я мечтал о местах, в существование которых невозможно поверить, потому что они настолько красивы, что могут находиться только в сказке или в воображении человека. Я мечтал о таких странах и со страхом ждал, когда вырасту и перестану верить в сказки. Я стал взрослым. Купил билет на край света и увидел все собственными глазами. Места, о которых я грезил в детстве, оказались существующими. Они обладают настоящей магией. Здесь реки кристально чистые, вода в них бежит очень быстро. Преодолеть эти потоки тяжело. Но есть в этих реках существо, которое способно преодолеть эту воду. Только самые лучшие и самые сильные могут достичь цели и выполнить то, ради чего они проделали такой длинный и опасный путь. Вернуться домой и продолжить род. Откуда лосось берет такие цвета? Из природы, ее красок, ее вдохновения. Откуда в нас такая страсть к рыбалке? Из самой сути природы. Очарование кристально чистых рек, воду из которых можно пить. Откуда мы берем любовь к рыбе? Из уважения к лососю, который выжил и вернулся продолжить род. Вернулся домой.